мне часто задает один вопрос. Ты был там, так ответь сейчас всерьез. Погибло много наших там парней, отдавших жизнь за жизнь других людей. Ответь, открой на правду нам глаза. Ты видел, умирали там друзья. Наверное, было трудно умирать. Конечно, было жаль их провожать. Ответь, скажи еще, зачем мы там? Ведь сколько горя ходит по домам. Так может, все-таки вправду зря напрасно положили там ребят. Там много полегло ребят в тех далях, на горных перевалах, на Афганях. И умирать, конечно, было тошно, ведь пожили совсем еще немножко. А 18 дата и не дата, и в 20 тоже вроде рановато. Но шли на смерть отличные ребята, и долг присяге отдавали свято. А 18 дата и не дата, и в 20 тоже вроде рановато. Но шли на смерть отличные ребята, и долг присяге отдавали свято. А слухам вы не верьте, они врут, из вражеской души они идут. Кому-то, значит, нужно, что мы там, как будто в глотке ком Афганистан. И что могу сказать еще в ответ? Вперед у нас приказ, назад приказа нет. Ведь обсуждать приказы нам нельзя. Такая вот у нас солдатская судьба.